Том, это твое новое изобретение в помощь Бену с поливом его поля. Что случилось? Пульт управления не работает? Ой-ой! Дроны сошли с ума и стали летать сами по себе! Том, Бен, спасайтесь! Супер, грузовик, похоже, кому-то нужна твоя помощь. Изобретение Тома сломалось и теперь нападает на него с Беном. Том, Бен, езжайте в разных направлениях. Супер, грузовик, нужно трансформироваться. Эти дроны двигаются слишком быстро и направляются в центр города. Билли, ты же знаешь, что цемент должен оставаться сухим. Берегись, Билли! Супергрузовик, нужно снова трансформироваться. Скорее! А где последний? Да вот же он! Используй СТ-3000! Прости, Дженнис. Отличная работа, супергрузовик. Так намного безопаснее. Ого! Вы втроем собираетесь съесть все эти конфеты? Если вы съедите слишком много конфет, то не сможете работать. Вам не здоровится? Решил сегодня отдохнуть от работы? А, кажется, кто-то стонет там на стройке. Давай-ка поедем и проверим супергрузовик. Как много оберток от конфет. Ребята-строители съели слишком много конфет. Супергрузовик, тебе нужно трансформироваться и помочь им закончить строительство палатки с мороженым.
Ты будешь использовать бульдозер, чтобы собрать все эти части в одном месте. Да, так стройка пойдет быстрее и проще. А теперь, когда у тебя есть все части, тебе нужно снова трансформироваться, чтобы собрать их воедино. Ты можешь использовать кран и с легкостью собрать все эти части. Эти стойки должны быть очень прочными, чтобы удерживать всю палатку. Какая красивая крыша! Задняя стенка установлена идеально. Ну что, строительной бригаде уже лучше? Отличная работа, супергрузовик! Ты закончил строительство палатки с мороженым. Осторожно, там ведро с цементом, супергрузовик! Фух, это было очень опасно. Что это там за шум слышен сверху, супергрузовик? Берегись, супергрузовик! Используй СТ-3000. Да, телекинетический луч поможет удержать то, что падает. Скорее, супергрузовик, молоток вот-вот упадет. Контейнер с цементом все еще катится вниз по крыше. Супергрузовик, берегись! Бедняга, супергрузовик, но это было невероятно. Мороженое выглядит очень аппетитно. Спасибо, супергрузовик, за то, что помог строительной бригаде закончить палатку с мороженым. Вот это да, супергрузовик! Это сюрприз для малышей к их первому дню в школе. Учитель школьный автобус рада снова приветствовать детишек в школе. Не волнуйся, супергрузовик. Я уверен, Санни, Берри и Чили уже близко. Супергрузовик, Лили, нужна твоя помощь. Она поехала забрать детишек, но они заболели и не могут идти в школу. Ты поможешь им? Малыши не выглядят заболевшими. Вместе-то они веселятся и смеются. Супергрузовик, ну разве малыши заболели? Малыши, вы что, больны? Супергрузовик, почему бы тебе не трансформироваться, чтобы проверить, действительно ли малыши болеют? Малыши, пора на осмотр. Температура в норме, никаких признаков болезни. Пора снова трансформироваться, чтобы обыграть малышей в их игре. Yeah.
Грузовик-волшебник точно справится с этой задачей. Ха-ха! Малыши уже забыли, что они болеют. Малыши, вы что, притворяетесь больными, чтобы не идти в школу? Обманывать нехорошо, малыши. Школа поможет вам стать умнее и подружиться с другими ребятами. Ну что, теперь вы готовы отправиться в школу? О, нет, ты не успеешь отвезти их в школу. Супергрузовик, сделай что-нибудь. Но как это поможет быстрее доставить малышей в школу? Малыши, вы отправитесь в школу на волшебном летающем ковре! Отличная работа, супергрузовик! Вы прибыли как раз вовремя! Ну вот, видите, малыши, у вас уже появились новые друзья. Ходить в школу однозначно очень важно. Молодец, супергрузовик! Привет, супергрузовик! Сколько у тебя конфет? Вчера Фрэнку не здоровилось. Ты везешь ему сладости, чтобы подбодрить? Ты такой хороший друг, супергрузовик! Эй, а что это за шум? Может и ничего страшного. Ой, ты в порядке, супергрузовик? О, нет, супергрузовик, пакет с конфетами исчез. Что могло произойти? Смотри, супергрузовик, у крокомобиля конфеты. О, нет, он собирается сбежать с конфетами Фрэнка. Отличная идея, супергрузовик. Когда ты полицейская машина, у Крока нет ни одного шанса сбежать. Вперед, супергрузовик, вперед! Ты почти его догнал. О, нет, Крокомобиль уезжает. Берегись, дымовые бомбы! Осторожно, супергрузовик! Ох ты, это было опасно! Ой-ой, ты в порядке, супергрузовик? О, нет, Крокомобиль сбежал. Где он может быть? Ты нашел что-то, супергрузовик? Смотри-ка, конфетная обертка! Это же от конфет, которые украл Крокомобиль. Я уверен, в конце концов ты найдешь Крока. Смотри, супергрузовик, здесь Матильда. Матильда, ты не видела Крокомобиля? Он украл конфеты у супергрузовика. Ты видела, как он ехал в парк? Ты поможешь супергрузовику остановить его? Спасибо, Матильда. Превосходная идея, супергрузовик, если каждый из вас поедет по одной из дорог. У Крокомобиля не будет шансов сбежать. Все кончено, Крокомобиль, ты попался. О, нет, он снова пытается улизнуть. Тебе нужно остановить его, супергрузовик. Thank you.
Отличная работа, супергрузовик. Даже не пытайся, крокомобиль, тебе не удрать в этот раз. Думаю, пора отвезти эти конфеты Фрэнку. Матильда, ты можешь проследить, что крокомобиль усвоил урок? Привет, Фрэнк, тебе уже лучше, рады это видеть. Немного сладостей непременно тебе помогут. Эй, крокомобиль, кажется, ты пропустил одну обертку. Привет, ребята! Вот это да! Вы словно настоящая футбольная команда! Красный игрок делает невероятный пас синему игроку, а голубой игрок – желтому! А желтый пасует супергрузовику! Какой невероятный прием бомбардира автомобильного города! Ух ты! Отличный удар, Чили! Хороший пас, Берри! Невероятный удар, Санни! Надеюсь, мяч нигде не застрянет. О, нет. Я так и думал, что это случится. О, не расстраивайся, Санни. Это могло произойти с каждым. Не переживай, супергрузовик вернет его. Время трансформироваться. Пожарная машина! Потрясающая идея! Я понял, с такой суперлестницей ты быстро достанешь мяч. Ой-ой-ой, похоже, лестница недостаточно длинная, чтобы дотянуться до мяча. Хорошая идея, супергрузовик. Ты можешь столкнуть мяч с крыши с помощью струи воды. В яблочко! Смотри, он летит вниз. Супергрузовик прав, малыши. Лучше вам оставаться здесь, пока супергрузовик не принесет мяч. Как странно. Я уверен, что мяч упал сюда. Ты его тоже не видишь, супергрузовик. А что это за шум? Супергрузовик, смотри, в канале. О, нет, течение уносит мяч. Скорее, супергрузовик, время трансформироваться. Вот это да! Суперлодка! Отличная идея, супергрузовик! О, нет, мяч плывет к водостоку! Если он попадет туда, мы не сможем его достать! Скорее, супергрузовик! Мяч уже почти там! Тебе нужно что-то придумать, супергрузовик! Крюк! То, что нужно! Давай, супергрузовик, у тебя получится! Ура! Мяч в безопасности! А вот и мяч! И супергрузовик! Чудесно! Будь осторожен, супергрузовик, не намочи никого! Отличная работа! А теперь давай отвезем мяч обратно малышам. Как они обрадуются, когда получат свой мяч! Не могу поверить! Они теперь играют во фрисби. Ну и ладно, это тоже весело! Доброе утро, супергрузовик! Что это было? Почему в городе целых три тигра? Скорее, супергрузовик! Пока мост не развели! Смотри, тигры разделились!
Тебе стоит трансформироваться и помочь Гарри. Ну, конечно. Вертолетом ты с легкостью перелетишь через канал. Вот где Гарри скрылся от тигров. Смотри, вот они. Не переживай, Гарри. Супергрузовик уже в пути. Супергрузовик, на помощь! Кажется, ты отпугнул тигра. Ха-ха! О, нет! Тигр упал в канал! Помоги ему скорей! О, нет! Тигр сейчас утонет! Отлично! А теперь давай вытащим его из канала! Наверное, тебе стоит отвезти тигра в лес, где он будет в безопасности. Что ж, одного тигра мы спасли, но два все еще гуляют на свободе. Давай-ка посмотрим, сможешь ли ты найти двух оставшихся тигров. Посмотри-ка туда. Он тоже тебя боится. Супергрузовик, помоги ему. О, нет, он упал. Отличная работа, супергрузовик. У тебя получилось. Давай отвезем его к другу в лес. И остался еще один тигр. Смотри, супергрузовик, вот последний тигр. Все тигры боятся тебя, супергрузовик. Он в туннеле. И он не хочет выходить. Нам нужно заставить его выйти, но как? Похоже, у тебя появилась идея. Супергрузовик, что ты собираешься с этим делать? Я не понимаю. А, теперь понял. Тигр будет охотиться за лазерной точкой. Потрясающая идея. Ага. Отлично, у тебя получилось. Ты такой умный супергрузовик. А теперь пора отправить этого тигра в лес. Отличная работа, супергрузовик. Они снова вместе. До свидания, тигры. Привет, Том. У тебя новое изобретение? Зелье, изменяющее размер? Оу, давай посмотрим, как оно работает. Красное зелье делает животных больше. Теперь вы можете все вместе поиграть. О, нет! Крокомобиль украл твое зелье! О, нет! Крокомобиль использовал слишком много зелья на животных, и они стали громадными! Тебе нужно остановить этих гигантских животных, супергрузовик. Это зелье вернет животным их нормальный размер. Время трансформироваться. Давай сначала найдем паука. О, нет, Фрэнк застрял в огромной паутине. Паук сзади тебя, ты в ловушке. Что ты теперь будешь делать?
Отлично! Превосходная работа! Паук снова в своем нормальном размере. И Фрэнк свободен благодаря тебе. Что это было? Что-то большое идет прямо на тебя, супергрузовик. Кэрри, что случилось? Тигр бежит за Кэрри. Как ты его остановишь? Тигры боятся воды. Ты знаешь, что делать, Фрэнк. Получается! Отличная работа, Фрэнк! Пора остановить тигра, супергрузовик! Паутина помогает тебе двигаться очень быстро! Ты вот-вот поймаешь этого тигра! Почти получилось! Вода не дает тигру бежать дальше! Это твой шанс! Миссия выполнена! Что-то не так? О, нет! Крокомобиль испытал зелье на акуле! Нужно придумать другой способ остановить акулу! Пришло время использовать СТ-3000! Замораживающий луч! Давай воспользуемся им, пока акула никого не поранила! О, нет! Акула собирается съесть Бобби! Опасность миновала. Но как теперь уменьшить размер этой акулы? У Тома есть решение. Он смог сделать еще уменьшающего зелья. Акула теперь снова нормального размера. Давай выпустим ее. Акула снова на свободе. И Бобби цел и невредим. Вы можете и веселиться, и уважать природу, друзья. Не так ли, Крокомобиль? Привет, супергрузовик. Что ты делаешь на стройке? А, я понял. Ребята очень заняты, и ты им помогаешь. О, нет! Землетрясение! Дэйн, бассейн с цементом прямо позади тебя. Санни, трубы падают на тебя. Супер, грузовик, ты застрял. Время трансформироваться. Суперотбойный молоток. Начнем с того, что уберем эти блоки. Хорошая работа, супергрузовик. Теперь ты свободен и можешь помочь своим друзьям. Давай начнем с малышки Санни. Санни застряла между трубами и стеной. Не волнуйся, Санни. Супергрузовик тебе поможет. Что-то не так, супергрузовик? Твой отбойный молоток не может разбить эти металлические трубы. Что ты теперь будешь делать? Ты хочешь пробить дыру в стене? Санни, ты можешь выбраться через дыру в стене. Отлично, теперь нужно вызволить Дэйна из цемента. Дэйн увяз в цементе. Цемент застыл, и Дэйн не может двинуться. Есть идеи, как его достать оттуда? Ты собираешься убрать цемент своим отбойным молотком? Дэйн, ты можешь двигаться? Отлично, теперь ты снова на свободе, Дэйн. Остался только Билли. Но как ты доберешься до него? Пришла пора новой трансформации, супергрузовик.
вертолет. Теперь ты быстро доберешься до Билли. У Билли спустило колесо. Получается. О, нет, крыша сейчас рухнет. Нужно придумать, как спустить Билли. На рампе повсюду обломки, и мы никак не успеем их убрать. Надо использовать СТ-3000. Парашют безопасно спустит тебя. О, нет, Билли боится высоты. Оставаться на крыше опасно, Билли. О, нет, крыша начала рушиться. Ты в порядке, Билли? Это было безопасное приземление. Давайте теперь уберем этот беспорядок. Отличная командная работа, друзья. Вот это да! Индейка на день благодарения выглядит так аппетитно, Кэрри. Супергрузовик, ты помогаешь Кэрри с подготовкой к праздничному ужину? Крокомобиль, что ты задумал? О, нет! Крокомобиль хочет испортить праздничный ужин. Только не индейку! Супергрузовик, нужно остановить этого похитителя Дня Благодарения. Время трансформироваться. Полицейский грузовик спешит на помощь. О, нет, воришка сейчас сбежит. Нужен запасной план. Матильда здесь, чтобы тебе помочь. Что ты собираешься сделать, супергрузовик? Давайте, нужно остановить воришку. Не дадим ему проехать. Осторожно. О, нет, слайм заблокировал путь. Вам нужно ехать в объезд. Но крокомобиль так сбежит. Матильда сейчас вызовет подкрепление. Ты не можешь вот так бегать вечно, крокомобиль. Полицейский блокпост. Это тебя остановит. Эльза, он вор. Ты в ловушке. О, нет, крокомобиль просто испарился. Нужно его найти. Полицейским машинам нужна помощь с воздуха. Время трансформироваться, супергрузовик. Вертолет, с высоты ты точно засечешь крокомобиля. А вот и он. Эльза и Матильда присоединились к погоне. Ты в порядке? О, нет! Вы теряете вора из виду! Метатель сети точно остановит крокомобиля. Пора воспользоваться СТ-3000. Он заехал в туннель. Давай подлетим поближе к выходу. О, нет, крокомобиль слишком быстрый. Полицейские машины еще немного. Ты арестован, крокомобиль. Будем надеяться, что супергрузовик поймает похитителя.
Сейчас. Ты арестован. Хорошего тебе дня благодарения, Крокомобиль. В тюрьме. Не переживай, Кэрри. Полицейские машины спасли день благодарения. Привет, малыши. На что вы смотрите? Ого! Какая прекрасная рождественская ель. Какая ты молодец, Кэрри. Ель выглядит просто фантастически. Твоим гостям она точно понравится. Все верно, под ней еще будут подарки. Санта передал их Пенни. Она уже везет их сюда. Ждете подарков с нетерпением, малыши? Здравствуй, Пенни. Ты везешь новогодние подарки на праздничный вечер к Пенни? О, нет! Что это за звук? Что-то случилось? Катастрофа, Пенни! Дверь грузового отсека открылась! О, нет! Подарки! Что же нам теперь делать? Карл, скорее, Пенни в беде! Ей нужна помощь супергрузовика! Смотри-ка, супергрузовик Пенни вон там. Не волнуйся, Пенни, супергрузовик уже здесь. Супергрузовик Пенни везла подарки от Санты к праздничному ужину, который устраивает Кэрри. Но они все выпали через заднюю дверь. Да, это ужасно. Гости так ждут этих подарков. Тебе нужно найти их и отвезти на праздник вовремя. Давай же, супергрузовик, трансформируйся. Скорее, супергрузовик, вечеринка скоро начнется. Ты уверен, что хорошей идеей было превратиться в мусоровоз? Ну ладно, если ты так считаешь. Хотя мне кажется, что гоночная машина была бы лучшим выбором. Это не подарок ли там? Да, позади тебя. Скорее, супергрузовик, собирай подарки в кузов и поехали. Тебе нужно найти остальные. Ура! Осталось найти еще один. Давай-ка посмотрим в парке. Ты видишь подарок, супергрузовик? Ты уверен, что не видишь его? Посмотри-ка сзади. Вот же он, на ветке. Но как же нам его достать, супергрузовик? Так не получится, супергрузовик. Нет, это тоже не сработает. Тебе нужно воспользоваться СТ-3000. Превосходная идея, супергрузовик. Супергрузовик, не время для веселья. Вечеринка вот-вот начнется. Давай скорее возьмем все подарки и поедем туда. Замечательно! А теперь отправляемся к Кэрри на праздник. Не переживай, Кэрри. Супергрузовик скоро приедет.
О-хо-хо! А вот и супергрузовик с подарками. Все вели себя очень хорошо весь этот год, поэтому все получают подарки. Счастливого Рождества, ребята! Привет, Волтер! Вот это да! В этом зеркале машины могут увидеть, как на них смотрятся новые колеса. Привет, доктор Зик! Ты ищешь себе новые колеса? Смотри, ты надел специальные очки, доктор Зик. Это что, новое изобретение? Волтер предлагает тебе самые лучшие колеса в городе. Чего же ты тогда хочешь, доктор Зик? О, нет, ты приехал опробовать свои новые гипноочки на Волтере. Доктор Зик пытается загипнотизировать Волтера. Супергрузовик, ты должен разбудить Волтера. Тебе нужно остановить доктора Зига. Какую трансформацию выберешь? Ага. Пора поймать этого негодяя. Супергрузовику нужна твоя помощь, Матильда. Не так быстро, доктор Зик. Матильда, не смотри! Скорее! Доктор Зик гипнотизирует Матильду! Слишком поздно. Ой-ой-ой, Матильда теперь не в своем уме и хочет тебя арестовать. Тебе нужно сбежать от Матильды, чтобы остановить доктора Зига. Фрэнк, ты не видел доктора Зига? Тебе нужно избегать встречи с ним. Доктор Зиг, остановись! О, нет. И ты тоже, Фрэнк. Не делай этого, Фрэнк. Это совсем не смешно. Фрэнк не даст тебе проехать. Нужно найти другой способ. О, нет. Загипнотизированные машины окружили тебя. Ой-ой, машины нападают на супергрузовика. Берегись! Хорошо увернулся. Упс! Вода пробуждает их от гипноза. Все верно, доктор Зик. Твоя выходка подошла к концу. Тебе нужно немного полить водой Матильду и Фрэнка. Пришло время использовать СТ-3000. Бранспойт – отличная идея! Это работает! Не извиняйтесь, друзья, это была не ваша вина. Супергрузовик хочет одолжить у тебя зеркало, Волтер. Ищешь, кого бы загипнотизировать? Доктор Зик пытается загипнотизировать супергрузовика. Твое изобретение обратилось против тебя, доктор Зик. Пора уничтожить это злое изобретение. Вот где должны быть все плохие парни. Привет, ребята! Играете в боулинг? Кто следующий? Дэйн, осторожно! Ты в порядке? Кажется, это столкновение испортило Дэйну настроение. Он в ярости! Тебе надо остановить Дэйна. Пора трансформироваться. Thank you.
Супербульдозер, нужно разобраться с этим беспорядком. Дэйн, куда ты едешь? Билли и Эдна тут все приберут. А тебе нужно остановить Дэйна. Осторожно, мусор! О, нет, пожарный гидрант! Все плохо кончится. Дэйн сеет хаос во всем городе. Все снова в порядке. Остановись, Дэйн, из-за тебя сейчас здесь будет пробка. Дэйн заблокировал дорогу. Машины застряли в пробке. Замечательно. Путь снова свободен. Пора прекратить это сумасшествие. Дэйн, тебе нужна помощь. Супергрузовик приехал тебе помочь. О, нет, пожар! И он окружает супергрузовика. Тебе нужно потушить пожар. Ага. Трансформируйся. Ага. Фух, это было опасно. Но Дэйн все еще здесь, и ему нужна помощь. Дэйн крушит магазин сладостей. Супергрузовик, на помощь! Какой беспорядок! О, нет, Дэйн нападает на Кэрри! Это зашло слишком далеко! Сумасшедший Дэйн атакует тебя! Пора использовать СТ-3000! Воздушная подушка. Ты можешь использовать ее в качестве щита от крана Дэйна. Посмотрим, что получится. Превосходно! Подушка защищает тебя, супергрузовик. Дэйн нападает на Кэрри. Супергрузовик, используй бронспой. Это должно вернуть Дэйна в чувство. Сработало! Ага. Дэйн пришел в себя. Дэйн, мы знаем, что ты делал это не специально. И твои друзья помогут тебе убрать весь этот беспорядок. О, нет! За малышами гонится динозавр. Скорее, дети, спрячьтесь в пещере. О, нет! Из-за динозавра сошел оползень. Надеюсь, все будут целы. Супертрак, помоги малышам в пещере! О, нет! Малыши все еще там! Они застряли в пещере. Пора трансформироваться! Супербур пробьет глыбы и освободит малышей. Супертрак мигом расчистит завал. Приложи все свои усилия. Малыши, чего вы так боитесь? Звук бура сильно пугает малышей. Для этой глыбы нужна полная мощность. Получается! Давай, Супертрак! Подмога уже рядом. О, нет! Малыши стоят в опасном месте. Берегитесь! Малыши, стойте! Малыши поехали вглубь пещеры. Смотри, они оставили фантики.
Супертрак обыщет пещеру, чтобы найти малышей. Куда же они пошли? Малыши проехали через этот лаз, но ты здесь проехать не сможешь. Вот вы где, малыши. Не бойтесь. Это Супертрак, и он приехал вас спасти. О, нет. Один из малышей тебя не узнал, Супертрак. Нужно найти его. Вот потерявшийся малыш. О, нет, он застрял между двух камней. Все будет хорошо. Супербур поможет тебя освободить. Из-за бурения трясется земля. Пещера рушится! Уходите! Вы почти у выхода. Не останавливайтесь. Вы наконец-то выбрались из пещеры. Ой-ой, вас поджидают динозавры. Уменьшающий луч остановит атаку ящеров. Супертрак, немедли! Сработало! О, нет, трицератопс все еще ищет малышей. Вот именно! Не приближайся к нашим малюткам. Уменьшим и другого. Так он не сможет навредить малышам. Молодец, Супертрак. О! Так динозавры хотели поиграть с малышами. Не бойся, динозаврик. Новые друзья будут тебе рады. Здравствуй, Дэйн. Что делаешь? Кажется, это веселая игра. Ух ты, вы готовитесь к Рождеству? Как красиво! Привет, Эдна. Будь осторожна с этими бревнами. Берегись, Эдна, шар летит прямо на тебя. О, нет, из-за шара зажглись бревна. И пожар так быстро распространяется. Только супергрузовик сможет нам помочь. Карл, ты нужен нам. Билли был не очень ловким и случайно устроил пожар на стройке. Пожалуйста, помоги нам. Весь в огне. Тебе нужно сначала потушить его, а потом уже ехать спасать друзей. Во что ты трансформируешься? Пожарную машину? Отличная мысль! Молодец, супергрузовик! Но скорее, внутри тоже может быть огонь! Быстрее к рождественской елке, иначе Рождество будет испорчено!
Превосходно! Похоже, огня рядом с вами нет. Эдна, Билли, вы в порядке? Погодите-ка, а где Дэйн? О, нет, он все еще на строительных лесах. Ты слишком маленький, чтобы достать до пламени наверху. Скорее, супергрузовик, думай! Да! Воспользуйся СТ-3000! Тебе нужно забраться наверх, супергрузовик! Выше, выше, выше! Постарайся не слишком приближаться к огню. Супергрузовик уже тушит пожар. Дэйн, тебе нужно оставаться спокойным. Скоро все закончится. Дэйн, ты в порядке? Все в норме? Замечательно, супергрузовик. И рождественская ель тоже спасена. Счастливого Рождества, друзья. Будьте осторожны с огнем. Ух ты, выглядит здорово, ребята. Вы готовитесь к Рождеству? Чего-то не хватает. Но чего же? Конечно, не хватает огоньков. Давай, Уолтер, включай. Ребята, вы готовы? 3, 2, 1. Не работает. Интересно, почему? Ты думаешь, что Санта не сможет найти вашу елку, если на ней не будет огней? А это значит, он не положит под нее подарки? Нам нужно что-то придумать, и поскорее. Супергрузовик, отличная мысль. Привет, Карл, ты кого-то потерял? Ждешь Санту? Ну, он не прилетит раньше полуночи. Малышам нужна твоя помощь в городской ратуше. У них не работает елочная гирлянда. И они переживают, что Санта не найдет их елку, чтобы положить под нее подарки. Настоящее рождественское дело! За работу! Красивая, знаю. Но огоньки не работают. Ты можешь выяснить, почему? Ну что, нашел поломку? Ты будешь трансформироваться. Ну во что? В вертолет? Здорово! Сверху сразу все увидишь.
Потрясающе! И здесь все в порядке. Хорошая мысль, давай-ка полетим по следу огней. Они все спутаны. Должно быть, именно в этом проблема. Гарри, ты не мог бы распутать гирлянду? Гарри, как это случилось? Спасибо, Уолтер, я уверен, ты поможешь. Прекрасная работа, Уолтер. Но гирлянда по-прежнему не работает. Давайте-ка еще посмотрим, ладно? Гарри, а лампочки хорошо вкручены? Ты думаешь, что проблема в силовой установке? Ну ладно, как знаешь. Ты можешь подключить это? Ах, я забыл, какой ты неуклюжий, Гарри. Попробуй с другой стороны. О, нет, мы выключили электричество во всем городе. Карл, сделай что-нибудь. СТ-3000. Давай же скорее. Телекинетический луч. Невероятно. Похоже, сработало. Супергрузовик, тебе нужно настроить мощность. Обратный отчет. Хорошо. 3, 2, 1. Ты молодчина, Карл. Верно, все отлично потрудились. Санта точно не пропустит вашу елочку, друзья. Ой-ой-ой, кажется, я слышу звук саней Санты. Надеюсь, вы все себя вели хорошо в этом году.